По традиции, перед новым учебным годом в храме Рождества Христова проводятся благотворительные мероприятия по выдаче школьной одежды и обуви. Тридцатого августа состоялся первый день акции для учеников и родителей. Многодетные и малоимущие родители могут дополнительно купленным школьным формам обеспечить своих детишек резервной одеждой и обувью. Эта акция является нужным подспорьем школьной жизни. Второй день акции пройдет 31 августа с 9 до 12 часов. Приглашаем всех желающих. Служба социальной помощи работает при храме Рождества Христова уже более 15 лет. Помощь оказывается прихожанам храма и всем нуждающимся. В социальном пункте храма можно получить одежду, обувь по любым потребностям.